В левой руке может быть еще и поводок. Правая рука рабочая. Если по одному куску, один кусок, вот собаку садим. Собаку садим. Молчим. Молчим. Собака прыгает, пытается достать. Ничего не говорим. Не говорим, опять же. Руку убираем, чтобы собака лапой не прыгала на руку. Собака садится, и мы отдаем ей кусок. Если не садится, кусок мы даем. Вот он есть. Собака думает, что нужно сделать. Собака садится, даем кусок. Тут же рука приходит левая, я тут же готовлю и собаку пытаюсь положить. Если собака встает, я тут же даю. И тут же рука левая вот здесь перед носом, я собаку ставлю. Здесь видно, что собака из позиции сидя, когда мы ее пытаемся положить, она сначала встает. Но здесь мы отрабатываем, получается, позицию лежа из позиции стоя. Но если мы хотим из позиции сидя ее тоже положить, то мы над этим работаем. Вот, видите, она встает. А мы хотим ее положить. Поэтому здесь имеет смысл даже поработать над тем, чтобы она ложилась вот, вот, вот так, чтобы она была. Вот так. И здесь ее из позиции сидя, ой, лежа сразу посадить. И здесь будет разнообразие. Из позиции стоя поставили, то из позиции лежа ляжет. Здесь, видите, нету стабильности. Здесь с командами не нужно торопиться. Вот. Давайте еще лакомство. Здесь нужно сначала добиться, чтобы стабильность была в движении. А стабильность приобретается в процессе тренировки. Опять встает. Снова фиксируем. Вот положи. Хорошо. Посадили. Да. Поставили. Да. Я готовлю лакомство вот здесь. Перекладываю из руки в руку прямо перед носом. Можно тут же уже встать. Вести что-то новое. Посадить. Хорошо. Поставить. Если встала, она сейчас встала, она встала не в руку, она встала, смотря туда на пол, нюхая что-то на полу. Нам нужно, чтобы она встала вот так. Вот. Хорошо. Сидеть. Да. Лежать. Да. Пошли. Хорошо.